Афина хороший. Какой хороший собачка, наша собачка. Я тоже себе хочу собачку. Точно, пойду маму попрошу. Фия, Фия, пока. Мама, мама, ты где? Я тут. Мама, что ты делаешь? Кушать готовлю. Мама, у меня серьезный разговор. Выкладывай. Мама, купи мне собаку, как Фика. Собаку? Тебе? А кто за ним ухаживать будет? Я. Ага, ты. Скорее я. Ладно, если ты 2 дня поухаживаешь за собачкой, у меня одна есть, тогда таки быть куплю тебе. Договорились? А за какой собачкой? А вот за этой. Если ты будешь ее выгуливать, кормить, играться с ней, так и быть, куплю тебе новую, живую собачку. Договорились? Угу. Ну, держи. Ребята, а как вы думаете, справится София с обязанностями или нет? Ставьте лайки. Софишка, просыпайся. Просыпайся, твоя собачка уже проснулась и хочет гулять. Ну, мама, я хочу еще поспать. Спать хочется? А собак надо выгуливать рано утром. Вставай, 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 вставай. Софийка, просыпайся, собачка хочет гулять. Ладно. Пошли гулять, поспать не дают. Ну зачем так рано посыпаться? Ой, садись в коляску, погуляем. Ну что? Пошли домой, я уже кушать хочу. Пошли, папа, покушаем. Мам, я кушать хочу. А, кушать? Ты погуляла уже с собачкой, да? Да, уже погуляла. Ну хорошо, сейчас будем кушать. Ага, сначала надо собачке лапы помыть. Идите помойте лапы, свои ручки и приходите. Лапы? Зачем эти лапы мыть? И эти грязные. Готово, сейчас свои помою. Ну что, пошли кушать. Мама, мама, все, мы готовы. Помыли? Молодцы. Так, ну сначала надо накормить собаку. Вперед. Собаку? Я голодная, тебя накорми. Ух, собак. Вот так я тебя накормлю. Пошли кушать. Пошла я полегла. Какие классные у меня лягушки. Помоги в свой магазин. Надо подправить. Возьму молоток. Так, вот и подобью. А что же ты тут один сидишь и скучаешь? Ну вот где твоя хозяйка? Пошли, я тебя к ней занесу. Хозяйка где-то играется, а ты скучаешь. Идем, идем, малыш. София, смотри, кого я принесла.
А нет, снова он. Твоему питомцу скучно. Ну-ка с ним поиграйся. Играйся. Ну что ты хочешь? Не хочу я с тобой играть. Я хочу сама играть в кухню. Буду играть без тебя. Что же мне приготовить? Какой классный тортик. Ой, собака на полу. Софийка. Ну так что, будем собачку заводить? Сложно быть хозяйкой собачки? Да, очень сложно. Я уже думала, придется собаку заводить. Повезло. Ну все, тогда играйся. Да, тяжело быть хозяйкой. Скучно без подушки. О, идея! У меня здесь волшебная палочка! Раз, два, три, подушка падает. Подушка! А как тебя зовут? Меня зовут Катя. Мне скучно, давай поиграем. Давай поиграем. А вы что поиграем? Не знаю, во что играть. Теперь давай, я придумаю. Давай! Магазин. Давай в магазин поиграем. Нет, в магазин я не хочу. Не хочешь? Ладно, что-то другое придумали. Такая классная кухня. Давай в кухню поиграем. Нет, кухня уже наиграла. Не хочешь? Ладно, сейчас что-то другое придумаю. А что, Катя, придумали? А что у тебя в шкафу? Не знаю, Катя, что в шкафу. Ой, а это что такое? Стаканчики? Ну да, стаканчики. А там из башни мы стоим в башню. О, идея! София, давай с тобой стаканчик поставим в башню. Точно, крутая идея. Давай. Все, София, давай строить башню. Ребята, а кто любит строить башню? Ставьте лайки. А мы с Катей будем башню рушить. Какая классная банда получилась! Да, очень классная. А можно я первая буду лучить, Катя? Да, можешь первой быть? Ура, буду я первой лучить. А чем же мне получишь? Не знаю, Софийка. Рукой! Давай! Стой!
на канал, чтобы не забывать, ставьте лайки, всем пока!